В администрации городского округа состоялось заседание Совета депутатов. На повестку дня вынесли два вопроса. Один из них – внесение изменений в положение о порядке формирования и ведения муниципального имущества городского округа. Речь идет о собственности, которую предоставляют во владение или в пользование субъектам малого и среднего бизнеса или организациям, образующим поддержку предпринимательства. Введение новой статьи 14.1, где установлено, что мерами поддержки могут пользоваться и самозанятые. В связи с этим внесено изменение в действующее положение Ленинского городского округа. Также на заседании проголосовали за перевод земельного участка площадью 41 214 квадратных метров из федеральной собственности в муниципальную.